Так, дорогие друзья, вот мы приобрели новую куколку Вау. И что мы тут имеем? Непонятно, нифига. Это надо спрашивать у Юли и у мамы. Папа не знает, что здесь такое. Ну, будем смотреть. Может, там же шлаги? Кто? А да, шлаги? Ну? Это неон лайк. Неон клоус, да? Непонятно. Ну, покажи. Нажми пока паузу. О, ого! Вот она, красотка. Вот это, кстати, красивая куколка. Это что, набор такой, да, получается? Ма, давай будем их бросать через коробку, я буду с ней играть. Потом будешь Гирге давать, да? Ну что, дорогие подписчики, вот, как вы видите, вау! Наша очередная куколка. Сама куколка и какие-то тут аксессуары похожи. Журнальчики, да, да, да. Вот у нас красотка. Как красивая. А то что, она приклеена, что ли, или нет? Ну да, там надо. А, да? Видишь, вау, смотри, какие у нее... Ногти? Да, смотри. Голубые, да? Тут и красные. Не, это и голубые, а... А свой где? Немного здесь. Скажи. Привет! Пытаемся разобрать куколку, да? Пытаемся ее освободить. Высвободить. Когда купили летом свек, она вообще, у них только писка была. А тут она как-то не особо рада. Такая, она такая красотка. Одежда. Давайте сейчас ее разглядим поближе. Ну да, хорошенькая. Чем она отличается от предыдущей? Тем, что у нее двигаются, получается, кисти рук, да? И ручки накрашены. А у той, по-моему, не двигаются. Нет, той двигаются. Это что-то... А, тоже двигаются? Смотри! Это шапочка. Беретик такой у нее. Да, беретик. Давай, красиво, мама, пап, поищи, пап. Привет. Всем привет. Красивая, да. А где у тебя? О, нет, пакетик? Нет, пожалуйста, не надо меня снимать. Я вас прошу, прошу. Какая красивая сумочка. Это у нее? Смотри, какие. Какая платформа магнитская. Красиво, красиво. И как ее куколку зовут? Неон. Не знаю, Киос. Чего такие имена-то придумывают, а? Мам, а это что, шлавы? Что? Это шлавы. Где они? Кто? Это шлавы. Аксессуары? Да. Где? Ну вот сумка, вот, а тут что, смотри, тут еще что-то есть. Красиво. Ножки. Ух ты. Золуш... Не Золушкин размерчик. С трудом прям. Что, в самолет я завтра возьму? Ты все открыла? Я же еще одежда есть. Приятно такие, да, мешочки такие прям. Упаковочки хорошие. Вот, мне, собственно говоря, две куколки. Ну, вот. Две подружки. Куколки-красотки, да, да. Красивые. Такие мне вот это нравится. Да? И вот это. Гламурный. А это зовут Дива, что ли? Как... Не, не Дива, а Свек зовут.